Когда ночью случился резкий перепад температуры, утром производство остановилось, так как температура на производстве не соответствовала требуемым нормам. Это серьезная проблема, так как процесс восстановления температурных режимов занимает очень много времени, что может привести к финансовым потерям для бизнеса. В моей работе главное – оперативно и правильно реагировать на изменения показаний в работе оборудования, отвечающего за поддержание требуемых климатических параметров в производственном корпусе. Одним из таких параметров является температура, изменение которой имеет очень инерционный характер. И поэтому важно отслеживать динамику этого изменения, чтобы не допустить выхода ее за заданные пределы. Сбои в работе высокоточного оборудования из-за воздействия внешних факторов нельзя предугадать, не можно предупредить, особенно используя современные методы контроля. В рамках концепции «Метран-цифровой завод» и по инициативе службы главного энергетика в июле 2018 года мы внедрили у себя на производстве новое приложение «Дельта Ви Мобайл», которое было интегрировано в существующей системе «Дельта Ви». Теперь мы используем данное приложение как инструмент для сбора и анализа данных. Delta V Mobile transfers instrument data and trends via a secure communication channel and sends alarm push notifications that are then stored as historical data. You can connect to Delta V Mobile through the internet and VPN from anywhere in the world. If you don't have access to VPN, you will still get mobile push notifications and emails. With no internet access, notifications may still be received via text messages. Main menu includes customized watch lists that are specific to your needs. Selecting each piece of equipment, you can see all the associated parameters. By tapping on a certain reading, you can view relevant trends. Delta V Mobile is a mobile application that can use OPC to access data from any control system. In Metran, this system is Delta V. Для меня, как и для любого менеджера, стоит задача эффективного управления. А отсутствие или несвоевременное получение нужной информации может сказаться на оперативности и качестве принимаемых решений. Чем раньше я получу информацию о проблеме, тем быстрее смогу принять оптимальное решение и не допустить сбоев в работе производства. В зону моих обязанностей также входит техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт систем теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования, на которых постоянно ведутся работы по модернизации, реконструкции узлов и механизмов. Система Delta V Mobile позволяет в режиме реального времени отслеживать все параметры работы этих устройств на всей территории предприятия. Пришло пуш-уведомление о том, что один из датчиков температуры показал 21,2 градуса. Отследив динамику изменения, я понимаю, что нагревать здание не нужно. На сбор, анализ данных и принятие решения ушло не более одной минуты. Metran is one of the first manufacturing facilities in Russia that implemented Delta V Mobile and addressed a number of critical issues.